Казанском федеральном университете состоялось мероприятие «Эко-ночь», седьмая серия образовательного научно-популярного проекта «Пронаука в КФУ». «Пронаука» — это цикл ночей науки в Казанском федеральном университете. Это формат образовательных интенсивов. Каждое мероприятие объединяет на одной площадке множество разнообразных активностей. Научно-популярные лекции от ведущих исследователей России, умные интерактивы, современное обучение и знакомство с единомышленниками. На «Эко-ночи» обсуждались экологические проблемы, лекторами озвучивались возможные пути решения. Подобные мероприятия высоко ценятся и государственными структурами. Центром экономии ресурсов был организован практикум «Неформальное просвещение в экологии». Я занимаюсь тем, что придумываю и провожу экологические занятия для взрослых и для детей. Но делаю это в неформальных игровых формах, чтобы те знания, которые я даю про экологичный образ жизни, действительно усваивались, становились частью сознания человека и позволяли ему лучше ориентироваться в меняющемся сейчас столь стремительном мире. Среди гостей мероприятия были студенты и преподаватели Казанского федерального университета, учащиеся школ, их родители и другие люди, озабоченные проблемами экологии. Помимо посещения лекций, гости могли поучаствовать в опытах, экспериментах, викторинах и других развлекательных мероприятиях. Артем Тупичкин, Леонард Валитяров, Универньюз.